Для каждого покупателя в первую очередь важна цена. Но и район, где предстоит жить, тоже подбирается тщательно. Близость к морю здесь очевидна. Искала то, что будет посредством. И Хоста Сити в этом смысле удовлетворила вообще всем моим запросам, можно и так сказать. Во-первых, сама Хоста мне нравится, просто как район. Здесь гораздо тише, удобно добраться и до Сочи, и до Адлера. То есть с инфраструктурой вообще вопрос сразу был решен. И место, то, что все зеленое. Все красиво, в окно посмотрел, птички поют. Многоквартирный жилой комплекс эконом-класса состоит из 6 домов клубного типа с цокольными и мансардными этажами. Хоста Сити на рынке недвижимости около 4 лет. И каждому клиенту индивидуальный подход. Несмотря на сумму, которая у нас была, застройщик дал нам рассрочку. Также действует здесь и материнский капитал. Проживают здесь и молодые семьи, и люди старшего поколения. Одни живут и 2, и 3 года, другие только въехали, ремонтируют квартиры. Но всем нравится живописный вид из окна и то, что решены на территории комплекса социальные вопросы. И то, что до Хосты рукой подать. Здесь мы живем практически 3 года. Условия жизни нас вполне устраивают, потому что в данном комплексе открыть еще дополнительный, будем так говорить, социальный узел, то есть магазины. Вся новостройка – это железобетонный монолит. Причем при строительстве соблюдаются все нормы сейсмоустойчивости. Для Сочи это актуально. Мы строим качественно, еще раз повторюсь, и цену мы держим по краю, цену не по Сочи, а по краю. То есть у нас средняя цена за квадрат в районе 50 тысяч. У нас продано около 20% квартир по ипотеке банка Сбербанк. Также у нас проходит материнский капитал. И еще немаловажно, сертификаты «Молодая семья» мы тоже принимаем. Площадь квартир разная, от 20 квадратов до 120. Выбор большой, цены доступные. По вопросам покупки жилья можно обращаться по телефону 8-988-2-38-28-23. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.